Yeah, I was about to say this chair is very good at patron, I hear. As well. So, so is the Russia. In their lineups are a little similar. You know, they both have war. Включаем, ребят. Dragon Lock против вполне так стандартный Танатрон Мидрейндж Друида. Ну, с какими-то, может, трамп-картами, вообще без разницы. В целом, ждать одно и то же примерно. Сложно сказать, что у них идеальный старт, но у Трампа теперь все неплохо сходится. Что ж, что же мне юзнуть? Черт. Эй, не знаю. Достаточно стандартный розыгрыш, очень спокойный, пожалуй, вся игра начнется где-то только с четвертой-пятой маны. Ну, хотя она уже началась, по сути. Вот она, четвертая-пятая мана. Можно сыграть 2-4, можно сыграть Шредера, но... В данный момент существуют куда более приятные цели для... Ага. Приятная цель для Сала, но он решает дропнуть карту и вот так вот дешевенько заремовалить 2-2. Оставив растительный Некстромасса. Shadow. А следующий ход в целом есть Шреддер, есть Бафер, Сальдер, точнее. Можно изнуть Wild of Growth, опять же, вместе с Шреддером. Другое дело, что каждый раз так придется 5 хп. Взять тушку 5-4. Окей. Я думаю, возьмет ПО. Естественно. Лок в достаточно неплохой ситуации, он уже 14 хп, откровенно говоря. Трампа вариантов немного, надо хилиться, надо вывалить. Скорее всего, это будет хил. Сказывает. Да, очень быстро. Слишком хорошо. Ну и ПО зашедшее. Ну, этим, наверное, отчасти силен Мали Лок, но с другой стороны, сложно зайти. Конкретно так зайти. Не зашел ли Трампу, знаете, я не скажу. Вполне так нормально. Обычная игра друидом. Лично мне так всегда вообще выходит, но... Мидрейндж против друида, ну, там достаточно равный. А, какой мидрейндж? Секрет 1. Окей. Все очень просто, все очень стандартно. Скорее всего, снимет щиток. Другое дело, что четвертой маны особо нет. Четвертой маны нет, и размаха на ней тоже нет в данный момент. Придет. Но пока приятный старт Трампа.
приходит таунт на следующий ход. Я думаю, что это будет таунт, скорее всего, в данной ситуации. Хотя, кстати, можно... Не, ну, скорее всего, все-таки таунт. Да, достаточно агрессивный у Ксикцо паладин. Субасим сержантом, жагером. Страшно становится. Знаешь, что даже сказать? Очень агрессивно, и это очень много урона. И Трамп очень юзит. Не могу сказать, что не повезло в первой игре, но сейчас, наверное. Ну, любая легкая победа, она может аукнуться. Тем более, что, по сути, у Ксикса остался только один класс, и... У него нет вариантов. Если у него не пойдет игроваром, то ну уж все. То есть он так и может скатиться. Ну, не буду загадывать. Рейндж, он не такой классический, а там патрон. Управляется челботом. Следующий ход есть что поставить, есть... отдать ножичек. Использовать Легенси Краху. Ну, в самом деле, достаточно заманчивый момент, но нет. Трамп. Что-то развести. Я не знаю, вряд ли он чего-то. Просто... Так вот. Сохраняет он на тепла, сохраняет Гаргулью, Армарсмис, ставит Шреддера. И таким образом еще увеличивает количество дамажных существ, чтобы взять на следующем ходу две карты. А там все терпит нас. Но пока это так выглядит. Хотя он бы... Вот теперь отлично, теперь Консекраха снесет весь стол у воина.
еще он пикнет аж 4 карты. Чебы королевские, аж 5. Будет корсар. Наверное, не стоит его ставить. Он что-то знает на самом деле. По сути, да, то есть он заставляет сейчас лупиться Тесбайтом Хиллбота с вами убиваться. Но Вар все равно продолжает их использовать по-своему, вот в чем проблема-то. То есть он убил Гаргулю, теперь за... То есть, если бы он не знал Consecration на ход раньше, ничего бы не изменилось. Ничего бы не потерял. Продолжает это делать. Барж ждет использования и раскрутки Грим-патрона. Ну а что, хп в целом есть. Хил тоже есть. Полная зачистка стола в виде quality тоже есть. Так. Ничего не хочет использовать вар, в целом он нормируется и по-большому. Паладин уже... В целом у паладина есть все, что ему... Другое дело, что он слишком... Да, как вариант. Край второй Deathbite — это неплохо. Это очень хорошо на самом деле. На следующий ход есть Quality плюс Consecration. Или quality плюс место в battle плюс джаглер. Это тоже вариант.
Престон Джонс. Совсем не место. Брендов особенно нет, он думает, скорее всего, между простой комбинацией Quality плюс Consecration, либо Quality плюс Juggler плюс место в Battle. Выбирает второй вариант. Здесь на лучшее, ну, понадеемся тоже вместе с ним. Кстати, очень зря он не ударил. А, он решил не ударять сам. Допустим. Почему он не ударил? Ну, я понимаю, что разницы между одной пушкой и двумя пушками нет. Но... Так. Заканчивается игра. Очень просто, очень быстро. Честно говоря, заслуженно. То есть, к Сиксо вообще не... Третьей игре, мне кажется, не осталось шанса, но Трамп is actually going to complete the 3-0 sweep here over Trump. Now, as we said, he doesn't make it through this group, but it's got to feel good to even up your record and turn around your day completely from day one. You were 1-6, you're now 6-1, and you just 3-0 swept Trump, who was 3-0 coming into this. He was the story of this group. So Trump and Jab have advanced out of this group. Firebat, it looks like, has been eliminated, and it looks like Nairia and 6-0 out of this group are going to be playing a last chance, even though it looks like we have Nairia at number two here. I'm going to have to check to make sure here, because I believe that Jab beat Nairia. Yeah, Jab beat Nairia in the first match today, so maybe we have a little bit of jumble at the top, and it is actually going to come down to a little bit of tiebreakers here. So maybe it is actually Nairia that got through. We're gonna have to get this confirmed, but that is actually gonna be the last match of the day. We know for sure that Trump has made it through and that Firebat is not gonna be continuing on. So it's just gonna come down to which one of these couple guys is gonna be going through, and the other two will be playing in a last chance redemption to get back in this tournament. A whole new group stage is gonna be starting. Lothar, you're gonna be joined by Noxious, yeah. I believe. Yes. Yeah. And in the weekend, there's a group stage being cast by Nishnet Savish. So tomorrow, Orange Colento, Surrender, Kranich, and Purple, also a stacked group, will be playing against each other for the next 2 days. So don't miss on that, because it definitely will be worth watching. Oh, I'm going to be watching that a lot. Purple is one of my favorite players to watch in all of Hearthstone. Kalento, amazing player. Orange, great as well. I've even seen Surrender play. He's amazing. And we mentioned Kranich earlier in the show. He was the only player to make both top eights of BlizzCon so far. That is quite the feat. Yeah, definitely true. And that concludes our 2 days with Group B. And as we said, there's still a lot of matches that we played on the weekend. We actually said who will be playing on the weekend, but after the weekend, still one group left, which is the group D between Stan Sivka, Life Coach, Dog, Cypher, and Hotform. So another stacked group, jeez. Yeah, exactly. So every single of those groups is stacked with high skilled players. And it's that I feel there's like a crowd favorite, and not literally the card, of course, but a crowd favorite for the viewers to cheer on, and there's a lot of just potential show matches going on, like between this is the first time I actually seen like a match between Firebat and Trump, an example. I feel like Lifecode versus Stan Sivka happened during WCA qualifiers in Cologne this year, so there's still a lot of interesting matches going on. And just to clarify the standings in our group, in Group B, Trump and Job are advancing directly to the next group stage from this one. There was a slight hiccup in the yeah. table, and Nairia is third, Xixo is fourth so far, but ребята не сказали ничего за исключением очевидного. Они поговорили о следующей группе, сказав, что Orange их любимый игрок, в целом я с ними соглашусь. Действительно, группа интересная. Калента Orange первая игра. В 6 часов по
общем, 9 по Москве. В европейском времени 9 по Москве. Ну что ж, с удовольствием завтра к ней присоединюсь, прокомментирую для вас, общаюсь с вами и все прочее. Кем? Да. Ну вот. В целом, группа интересная. Кранич, Surrender, Purple, Orange и Calenta. Завтра 5 матчей. Дать. Причем Calenta участвует в первом и в третьем. Достаточно, если фанатеет от него, кто нравится. Не придется так долго не спать. Просто отлично. Ну а так в целом они делятся впечатлениями. Примерно то же самое. Do that more often. Yeah, absolutely. So that's going to do it for us today. So for me, Tan and Grace, and for Lothar, thanks for watching for these last 2 days. As we said, there's a lot more Hearthstone going on over the next couple of days. It's two more stacked groups going on this weekend. And next week, Lothar will be coming back to bring some of that to you. So make sure you look out for that. Follow this channel on Twitch. Follow their Twitter. You can find out when everything goes live and keep up with the stats. But as for today, we are done. Thanks for joining us at the Starlighter and iLeague Hearthstone Championships, and have a great day, guys. Спасибо и вам, ребят. Что ж, отключаюсь. До завтра в 9. Лента Orange. Приходите. It is said that wars are only won upon the anvil of honor. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. War is deception, a game played best from the shadows. Only strength and raw power can assure total dominance. But of course, you could forget all that and just have fun! And a mastery of heroes power. Of war. War is deception. A game played best from the shadows. Only strength and raw power can assure total dominance.